Всем привет! В сегодняшнем видео будет распаковочка. Распаковочка интересных вещей для орхидей. Посылочки из AliExpress. Открываем маленькую посылочку, посмотрим, что там приехало. Это тестер для измерения минерализации и жесткости воды. Будем измерять ppn воды. Очень полезная вещь как для людей в быту, так и для растений. Рабочий, отлично. Эта штука снимается. Сейчас наберем водичку и проверим жесткость воды. Я, правда, еще не знаю, как им пользоваться, но ничего, научимся. Я набрала фильтрованную воду, проверим количество ppn. Показывает ppm 58, температура воды 22,5. Это очень даже хорошо, но для орхидей, чтобы поливать, должна быть температура 25 до 30 градусов. То есть приятно теплая такая на ощупь. По ppm здесь все идеально. Это я проверяю водичку фильтрованную из-под осмоса. У нас есть фильтр осмос, и оттуда идет фильтрованная вода. Но такой водой я не всегда поливаю орхидеи. Бывает, когда спешишь, и я прям из-под крана набираю водичку. И, кстати, мы сейчас проверим водопроводную воду от города, какое там количество ppm. Набрала в стакан водичку городскую. И что у нас здесь показывает? Показывает 286 ppm. В принципе, это нормально для орхидей. Если я не ошибаюсь, допустимые нормы, по-моему, до 350 ppm для полива орхидей. Здесь показывает 286-287. Это городская вода. В принципе, не совсем плохо. Но фильтрованная вода, показатели, это намного лучше для орхидей. И идеальный будет для орхидей. И температура воды из-под крана городской 21 градус. В принципе, такая, знаете, свеженькая водичка для орхидей. Я уже и говорила, для орхидей очень важно, чтобы температура воды была теплая, приятно теплая, 25-30 градусов по Цельсию. Такую водичку в идеале можно развести кипяченой теплой водой. Даже, смотрите, ppn уже поднялось городской воды до 294. Ну, все пока что еще в пределах норм. Не такая уж и грязная вода у нас в Киеве из-под крана. Также приехал еще гигрометр. Очень хорошая штука для измерения температуры и влажности в помещении. У меня есть уже такие гигрометры. Очень полезные. Мне они очень удобные. И видно, какая температура в помещении, какая влажность. Посмотрим, какой он внутри. Это, кстати, липучечка для того, чтобы, если нужно ее, ну, чтобы не ставить, к примеру, на стеллаже, прилепить ее или еще где вам это будет нужно и удобно. Он уже, кстати, работает. Есть вероятность того, что могла сесть батарейка, потому что он включился. А нет, в принципе, тут снята была пломбочка, я поняла. Здесь была снята пломба, и он всю дорогу ехал работающим. Ну, в этом нет ничего страшного. В принципе, батарейку всегда можно купить и поменять. В целом, очень хорошая и удобная штука. Мне она очень и очень нравится. Сейчас показывает, что у нас в помещении 21,8 градусов по Цельсию, уже 22,1, и влажность 59%. Это очень даже хорошо. Открываем следующий пакет. Пакет в пакете, как всегда. Потому что в заказы ехали, скорее всего, от разных продавцов. И упаковали, объединили все в одну посылочку. Здесь тоже должен быть гигрометр. Но он здесь с будильником, по-моему. Сейчас мы посмотрим. Он здесь уже идет. И вот, смотрите, то, о чем я говорила. Смотрите, когда абсолютно новый гигрометр, и когда не была снята пломбочка, здесь, ну, не было распаковано, здесь есть такая пломбочка. Вы ее вытаскиваете. Она вытягивается туговато так, но мы ее вытягиваем. Она вытаскивается, и пломба срывается, и гигрометр у нас работает. Смотрите, здесь показывает время. Время можно выставить. Здесь показывает температуру и влажность в помещении. Но сейчас влажность показывает 84%, потому что гигрометр с улицы, и он немножко, ну, показывает влажность пока что улицы, которую он, скорее всего, зафиксировал. На самом деле здесь влажность не такая высокая, которую он показывает. Посмотрим, он немножко адаптируется. Ему нужно для этого время. И тогда все стабилизируется и будет показывать правильную влажность и правильную температуру. Кстати, в этом гигрометре можно выставить еще будильник. Но я никогда не выставляю будильники. У меня есть подобные два штуки похожих с будильником, но я там не ставлю будильник, потому что там нужно разбираться, как его выключать правильно. Ну, в общем, у меня здесь стоит время, температура и влажность. Это то, что очень и очень важно для меня. Открываем следующий пакет, который шел побольше. И посмотрим, что там ко мне приехало.
Достаем все коробочки, что-то примятое, понятное дело. Это наконец-то приехала переноска, о которой я говорила. Я покупала уже переноску, и я показывала, что она там немножко побольше. Это немножко поменьше, она более квадратная. То есть она идет на два выхода сетевых и идет три USB-шки. Здесь нет Type-C. А в том переходнике, по-моему, есть Type-C. Включается, выключается. И переходничок, по-моему, длиной идет 2 метра. Можно заказать 2 метра и 5 метров. То есть есть только вот два варианта, которые можно заказать по метражу, я имею в виду. Может быть, есть еще другие, я не искала, но это то, что мне очень понравилось, то, что я видела в розетке, и я нашла на AliExpress. Это все намного дешевле, чем, к примеру, стоит в розетке эта переноска. Или, в принципе, такая переноска у нас стоит недешево, поэтому я заказала ее на AliExpress, она мне обошлась намного дешевле, чем, к примеру, я бы заказала бы в любом магазине у нас в Украине, независимо, розетка, не розетка, в любом магазине. Я точную цену не помню этой переноски, но такая переноска мне обошлась примерно в районе 100 с чем-то гривен. Там была акция, и я еще умудрилась приобрести эту переноску по хорошей акционной цене. Как раз разницу в гигрометрах, в температуре и во влажности. Этот еще адаптируется, он показывает нам температуру 23,7, влажность 54%. А на этом гигрометре показывает до 23,5 градуса по Цельсию, 48% влажность. Плюс-минус погрешность может быть, потому что, я же говорю еще раз, что посылка только с улицы, и нужно гигрометру принять температуру и влажность в помещении для того, чтобы он начал правильно работать и показывать правильные показатели температуры и влажности. И, кстати, если гигрометр поставить, к примеру, на подоконник, будет одна температура и влажность. Если перенести гигрометр в другую комнату, где нет окна, где более тепло, там будет уже немножко другая температура и влажность. То есть колебаться температура и влажность будут в зависимости от того, в какой зоне стоит ваш гигрометр. Это я рассказываю то, что я уже наблюдаю, то, что я экспериментировала у себя, к примеру, в одной из комнат. В один угол ставишь одна температура, влажность, в другом совершенно другая температура и влажность. Открываем следующую коробочку, и как вы видите, здесь увлажнитель. Я специально купила такие маленькие увлажнители, которые мне нужны для растений. В целом, в идеале приобрести огромный увлажнитель и пользоваться огромным увлажнителем. Но бывают такие локальные зоны, где хочется вот прям вот поставить именно в ту зону увлажнитель, чтобы он работал. И вот такой маленький, хорошенький, он, по-моему, на 250 мл или на 300 примерно литраж его. И ставится, он увлажняется, очень хорошо работает, очень хорошо выдает пар. Здесь еще, кстати, можно, помимо того, чтобы просто заправить водой, можно еще добавить там масло, к примеру, капельку, и будет идти такой ароматный пар. Идет холодный, испаряется холодный ароматный пар, или просто, если вы водичку добавляете, испаряется водичка без какого-либо ароматизатора. Открываем. Смотрите, такая здесь емкость, тарелочка, в нее вы наливаете водичку, потом закрываете, закручиваете, и все, и включаем. Мы сейчас проэкспериментируем, как работает этот паровой аппарат. Внутри есть фильтр, который спустя какое-то время определенно нужно менять. У меня есть подобные уже агрегатики маленькие. Фильтр там у одного уже нужно поменять. Я все жду фильтры. И очень важно сюда покупать фильтры нужного размера, потому что не все размеры подходят. Нужно брать самый маленький размер. Там, по-моему, 6 мм есть фильтры. Потому что я заказала 8 мм. Он оказался очень большой, ну, толстый, в плане он длинненький, толстенький. Нужно просто внимательно смотреть, и там можно заказать фильтр, они недорого стоят, что там 20 с чем-то гривен, 10 штук или 30 с чем-то. По акции можно купить. По полной стоимости, да, они немножко выше стоят, по-моему, 50-60 гривен 10 штук, но если по акции покупать, это 29, 30, 35 гривен максимум, 10 штук будет фильтров стоить. Раз сейчас и проверим, работает наш парогенератор или нет. Мы вставляем, подключаем к пауэрбанку. Его можно подключать как от пауэрбанка, так и от сети. Все, смотрите, какой пар идет, да? Ух, супер! Здесь, кстати, можно еще световой эффект выставлять. Нужно разобраться тоже по нажатию.
И можно, кстати, регулировать густоту и мощность пара. Можно сделать так, чтобы он пульсирующими такими брызгами шел вверх, чтобы не все время испарялся. И раз в день, если вы на целый день, к примеру, включаете такой аппарат, то раз в день нужно добавлять водичку. Все зависит от того, как часто вы пользуетесь. Можно внутри посмотреть, там есть подсветочка. Ночью это все смотрится очень красиво и эффектно. Можно этот агрегатик подключать как от сети, так и от пауэрбанка. Здесь есть USB-шный выход. Берете переходничок, подключаете в сеть, и все. И он испаряет влагу. И посмотрите, какая влага идет. Просто мощь. Один, кстати, вот показывает гигрометр уже 70% влажности, а этот что-то немножко тормозит. Интересно, как он будет показывать. Ну, не набирает влажность. Мне это не очень нравится, потому что у меня есть немножко другой. Он более точный гигрометр, чем, к примеру, этот маленький. Мы посмотрим. Поставим в комнате, и я буду за ним наблюдать. И как мы можем видеть, маленький уже набирает влажность, да, у него уже 60%, у большого 69%, а у беленького все еще 55%, что мне его эта неточность не совсем нравится. Температуру розового еще не набрал, он пока показывает температуру комнаты, ему нужно время для того, чтобы адаптироваться и принять температуру и влажность этого помещения. Я принесла большой с черной окантовкой гигрометр, который есть у меня в помещении. Он стоит на стеллажике здесь в кухне-гостиной. Он показывает температуру 23,2 градуса по Цельсию и влажность 52%. Но он показывает влажность пока что стеллажа, где он стоял. Посмотрим, потому что здесь смотрю разницу между гигрометром, который новый белый большой приехал, показывает 72%. Маленький беленький показывает 58% уже и розовый показывает 63%. Наш паровой агрегат работает, достанем еще один увлажнитель. Я их два заказала в разные локации поставить. Здесь есть инструкция, как обычно, такое. И достаем. Ага, вот она, USB-зарядка. Я уже подумала, что USB-зарядки здесь нет. Даже где-то аж расстроилась. Посмотрим, как будет этот работать, потому что... Они все немножко разные, да, и здесь литраж, по идее, должен быть 200 мл, если я не ошибаюсь, а у этого агрегатика 250 до 300 мл. На коробочке большой коричневый наш парогенератор, здесь 200 мл они пишут, а у маленького они пишут на коробке сколько? 220 мл. Но я думаю, здесь нет 220 мл, здесь, скорее всего, хороших 200 мл, 20 это уже немножко лишнее. И сейчас тоже проверим, как он работает. Работает, тоже его подключим от пауэрбанка, наберем водички. Здесь такой, знаете, выход Type-C или какой он там правильно считается. Открываем и набираем водичку. Подключила я маленький, пар пока что не сильно идет. Здесь можно делать, чтобы выход пара был пульсирующим или просто одной струей шел. Пар идет не сильно, потому что у этих маленьких у них есть такая штучка, когда им их фильтру нужно напитать влагу для того, чтобы выдавать хорошо эту влагу. И эти маленькие, они не такие мощные, как, к примеру, коричневый. Коричневый можно посмотреть, смотрите, как выдает пар хорошо, да, какая мощь. Намного лучше и сильнее выдает пар, чем, к примеру, этот маленький. Маленький постепенно тоже набирает оборотов по выдаче пара и начинает более мощнее и сильнее выдавать пар. И маленький парогенератор, он тоже идет с подсветкой. Днем эту подсветку не сильно видно, но ночью это идет как такое световое шоу. Разными цветами меняется вот эта вот капелька и контур по кругу. У меня есть такой парогенератор, он очень красивый, эффектный. Он когда ночью светится, это очень-очень красиво смотрится. Он тоже выдает пар, сейчас не так сильно, потому что там, по идее, так понимаю, нужно фильтр поменять. И я жду подходящие фильтры для этого парогенератора. Он работает, но не так мощно, как бы мне хотелось. И можем видеть, что вот беленький уже набирает обороты по выдаче пара. Но коричневый вне конкуренции. Он мне больше всех нравится. Просто молодец. Пар выдает как раз тот, который мне нужен. И это очень хорошая штука будет как для увлажнения небольшого помещения, так и для увлажнения орхидеи в стеллаже. Теперь посмотрим на три наших гигрометра, что они нам показывают по температуре и по влажности. Температура у всех плюс-минус одинаковая. На беленьком маленьком
маленьком мы видим температуру 22 градуса по Цельсию, на более крупном белом гигрометре, который по центру, мы видим температуру 23 градуса по Цельсию, и на маленьком розовом он показывает температуру ровно 20 градусов по Цельсию. По влажности. Маленький белый показывает влажность 71%, большой по центру показывает 88%, и маленький розовый показывает 76%. То есть мы можем видеть, какая может быть погрешность, плюс-минус. Но по большому счету для наших растений это не так страшно, если будет такая небольшая погрешность. Самое главное, что есть та необходимая влажность для наших растений. Орхидейки и любые другие растения очень любят влажность в помещении. В целом я очень довольна посылкой, я довольна тем товаром, который приехал, который я заказала. Все работающее, да, у гигрометров есть небольшие погрешности во влажности, но это не столь важно и не так страшно. Главное, что мы видим плюс-минус влажность в помещении, где находимся мы, где находятся наши растения. И самое главное, что все приехало работающим, и это очень даже здорово. Показываю мой гигрометр, который уже был здесь в помещении. Он пока что показывает влажность, которую он набрал в кухне, в гостиной. Влажность 80% показывает, но она постепенно сейчас упадет и примет ту влажность, которая находится в этом помещении. В этом помещении примерно около 60% влажности точно. И второй гигрометр я поставила на подоконник, чтобы понимать плюс-минус, какая температура и какая влажность на подоконнике, потому что, к примеру, температура на стеллаже немного выше, влажность может быть немножко выше, а на подоконнике немножко отличается температура и влажность. Поэтому стоит два гигрометра, чтобы понимать плюс-минус, какая влажность на подоконнике температура и какая в стеллаже немножко отдаленно от подоконника. Покажу немного корневой эстетики в закрытой системе посадки. Это моя любимая красотка ракушка Сога 5545. Смотрите, что она делает. Она с каждой почки пробудила, в общем, на каждой веточке она пробудила почечку, и здесь будет пышное красивое цветение. И смотрите, на одной из почечек она пробудила сразу две веточки мне выдала. И это все без циткининовой, без гормональной пасты. Это все природное проявление. Она вот буквально была сухая лусочка на каждой почечке закрыта. Я их не снимала, и она сама эти все почки пробудила. И такую красоту мне выдала. Будет очень-очень пышное цветение, а этот сорт способен цвести пышно. У меня она цвела очень долго на цветоносах садовника, и было у нее примерно 60 до 65 цветов на кустике. Посмотрим, что она выдаст из этих пробужденных почек. Цветоноса домашнего она не дала, но она активно будет цвести на пробужденных почках. Сога Релекс. Я не открывала лусочки на почках. Это все явление природы, все проявление самостоятельно. И также самое Сога Релекс. Каждую почечку, которую только можно, она пробудила и дала разветвление. Вон там я вижу, и цветонос растет у Сога Релекс. Все. Покажу квинкис, кроме того, что она растит новый цветонос, она пробуждает почечки. На старом цветоносе, я так понимаю, здесь тоже будет, потому что очень набухшая почечка. Лусочка отошла, и почка набухла. Скорее всего, там тоже будет разветвление. Это будет такое красивое цветение. Я этому очень-очень Джиллиан, красотка Джиллиан, это цветение садовника, доцветающее, мне его жалко срезать, пусть пока что радует немножко. И на старом цветоносе, на цветоносе садовника, она тоже пробудила почечки, пока что одну почку, но там у нее тоже есть набухшие с той стороны живые почечки, она пробудила и тоже дала разветвление. Мне нужно будет выровнять эту веточку, чтобы она шла ровно и красиво, пустить ее каскадиком сюда в комнату. Будет очень красиво. Пока я показывала разветвление моих любимых орхидей, этим временем гигрометр набрал влажность 99%. И температура снизилась до 18,9 градусов по Цельсию. Почему так? Во-первых, влажность такую высокую гигрометр показывает, потому что он стоит под самим увлажнителем. Если его убрать немножко дальше от увлажнителя, понятное дело, что влажность упадет и не будет такой высокой, не будет показывать все 99%. А температура снизилась, потому что прохладный пар спадает на гигрометр. И понятное дело, что он показывает сейчас ту температуру, которая находится под самим увлажнителем. Чем хорош такой увлажнитель и что заменяет подобный увлажнитель, когда вы его устанавливаете возле растений? Такой увлажнитель дает нужную влагу в воздухе, и таким образом не приходится опрыскивать ежедневно или довольно-таки часто ваши растения. То есть
Все это за вас делает увлажнитель. Он дает нужную влагу, увлажняет листочки растений, растения из воздуха берет эту влагу необходимую. И таким образом не приходится увлажнять листочки здоровым орхидейкам. Исключение, конечно же, если у вас орхидейка нездорова, и вы ее, к примеру, стимулируете на рост и развитие корневой системы, да, это будет как в виде исключения, здесь нужно будет позаботиться о таком растении. И, конечно же, увлажнитель здесь как бы не совсем как бы и спасет. Вот. А когда растение здорово, и вы хотите повысить влажность и дать ему эту влагу в атмосфере, то такой увлажнитель это будет как раз хорошим заменителем и хорошей штучкой для увлажнения воздуха в помещении, где находится растение. Это вся моя посылочка с AliExpress, которую я показала вам, поделилась с вами. Очень полезные штучки как для растений, так и для нас, любимых. Это весь обзор посылочки с AliExpress. Я вам очень благодарна за то, что вы проводите время со мной, за то, что вы комментируете. Спасибо за ваши просмотры. Хорошего вам солнечного настроения. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken.